Мои телепузики, мои други, мой сахарный завод. Вот Ольга Валерьевна поставила эти бедрышки. Мне хватит. Еще здесь три бердушка. Все. Мне хватит все. Вот уже лук, и это масло налила. Это и как его, свеклы. Ой, свеклы. Морковка и лук, пережарка. Потом туда томатную пасту. Пасту половину отлила, положила в холодильник. Капуста это и капуста свежая. Ребят, фасоль забыл. Ну ладно, не побегу, ребят. Я даже в аптеку сегодня не пойду. Мне спина так заболела. Ну, я же не молодая, ребят. Вы сами знаете, что я... Все, кошки жопу. Я уже старенькая, ребят. Еще осталось картошки мне почистить и все. Устала, не могу. И жарко мне что-то. Дома все отключила, жарко. Вот. Фасоль хорошо бы. Я фасоль люблю. Ну, забыла, ребят, взять. У нас в магните фасоль дешевая. Ну ладно, пойду, когда щи закончится, я хочу суп с фасолевой сварить. Пойду, там у нас по 19 рублей фасоль или 21 банка. В магните. Ну, сами знаете, там все дешево. Вот. Ну и все, картошки осталось мне потолочь. Не знаю, что съесть. Йогурту надо поесть, наверное. Не могу, ребят. Что-то ни помидор, ни огурцов не хочу. Майонезу мне хватит, и то это много, блядь, взяла нахер. Не знаю, сколько просроченное оно, не просроченное, я даже не знаю, ребят. Йогурт, наверное, поем я. Хлеба нету, ребят, хлеба я не беру, ем без хлеба. Вот сейчас йогурт поем, ой. Селедку буду, это потом селедку 41-м буду без хлеба. Ну а что, ребят, надо к лету похудеть. Не мандите нахуй. Заходите, давайте. Жду в гости. И мандарин надо поесть. Не, потом не могу. Нагинаться не могу. Сейчас надо яйца выложить, разложить. Сейчас, ребят. Сейчас, подождите, ребят. Яйца разложить там есть, вот сюда. Вот этот холст зачем-то здесь нужен. Я взяла холст тут раз, когда горло болело. Оно ни хера не помогает. Этот холст какие-то. Это все брехня. Ничего не помогает. Мне помогает лекарство мужик, а мне его нету. Что теперь делать? Ну что? Был бы у меня мужик хороший какой-нибудь, холст назывался бы. Вообще. Не, надо мужичка какого-нибудь надо. На 2 недельки. Ой, что-то сюда-то... Ой, ладно, туда положу. Ой, ребят, не могу, спина прямо отваливается. Все, сейчас йогурту поем. Полежу, ребят, не могу, спина отваливается. Картошки попозже, пока это сварится, обжарится. Жаль, конечно, нету фасоли, забыла. Ладно, зайки, я вас жду. Мои телепузики, я вас жду в гости. Ну что, что есть, то есть. Что вы? Жду, давайте, не мандите только на Ольгу Валерьевну.